что-то мне нужно выбрать. Какие-то очки. Это такие серенькие с голубым. Что-то такое. Это желта. Такой цвет. Это тоже серенько с голубым. Какой мне фасон больше подойдет? Я еще не решила. Каждый год очки покупаем. Что-то потом выбрасывается. Вот трое пока вот остались. Из них надо будет что-то выбрать с собой взять. Не знаю. Ну, еще время есть. Я еще подумаю. У меня же еще с диоптриями очки. Так, надо подумать. Или вы мне напишите, какие мне подошли. Так, ну что, я собираюсь в отпуск, я вам говорила. Собираю чемодан. Уже несколько дней накладываю тут вещи, вещи понемножку. Вот, чтобы не забыть в последний день. Ну, давайте сейчас посмотрим, что я уже собрала. Вот. Может, вы мне что-то подскажете, чего я забыла. Вот. Куда еду, я вам не скажу. Это будет секрет. Вы потом увидите все. Я думаю, что я там наработаю такой архив видео и вам потом продемонстрирую. Потом вы увидите. Так, это у меня микрофон. Вот. Я еду в Москву сначала, из Москвы самолетом. В Москве у меня дочь. Мы вместе с дочерью потом вместе полетим. Вот. До Москвы я еду поездом. У меня будет чемодан. Это ручная кладь. И еще одна сумка, ну, чисто для дочери, там, подарки, все такое. Я ее там оставлю. Поэтому я еду, не лечу самолетом, а еду поездом, чтобы мне вот столько багажа везти. А уже назад из Москвы в Екатеринбург я полечу самолетом. Вот, у меня останется только этот чемодан и ручная кладь. Поэтому мне чемодан нужно собирать. Ну, не больше 30 килограмм, вот, может быть, даже меньше, потому что бывает, что некоторые авиалинии пропускают только 20 килограмм. Мне еще пока не сообщили точный вес, поэтому я не должна рисковать, вот, и должна уложиться. Ну, по крайней мере, пока в 30 килограмм. Может быть, потом чего-то я отсортирую. Ну что, ну, с ручной клади давайте, да, которую я потом возьму в самолет. Она у меня, видите, такой сумка-рюкзак. Очень удобно. Это вот ремешки отстегиваются в случае необходимости. Будет как сумка. Или же я одену просто за спину и... Мне не будет тяжело тащить в руках. Что у меня здесь? В этом у меня еще пусто в кармашике. Здесь у меня салфетки одноразовые, влажные. На всякий случай руки везде надо протирать. Здесь у меня салфетки обычные. Так, и еще, оказывается, я положила сюда карты на всякий случай. Мало ли, захочется в полете поиграть, например. Ну да и там по месту. Здесь у меня что? Здесь у меня, ага, денежка. Не буду говорить, сколько. Так, денежка. Это у меня российский паспорт. И... иностранный паспорт, заграничный, то есть туда, куда мы летим, виза не нужна.
Но паспорт, конечно, нужен. Так, очки обязательно нужны. Это домашние, эти с собой. И билет на поезд Екатеринбург-Москва. Так, денежки я, конечно, потом в другое место положу, не буду говорить куда. Билет тоже должен быть близко лежать. На обратную дорогу у меня есть уже электронный билет на самолет. Я его потом там дома у дочери распечатаю. Так, с этой стороны все. Здесь у меня что? Так, здесь у меня авторучки. Две на всякий случай. Мало ли что-то где-то чего-то записать. Это для самолета. Такие штучки. Они у меня уже много лет служат. В аптеке продаются. Это против укачивания, чтобы не тошнило. Вот этими пупырышками нужно прижимать там, где пульс бьется. Вот. Ну, это на взлете и на посадке. Вот. Ну, может, кому-то и не надо. Ну, пусть будет. Что у меня еще тут? Тут у меня подушка надувная. Я ее еще не сдула. Надо сдуть, чтобы место меньше занимало. Она должна сдуться, и я положу ее в сумку. Эту сумку я специально покупала для отпуска. У меня есть обзор ее. Хорошая сумочка. Ее мы посмотрели. Да, еще будет сотовый телефон тоже здесь. Так, а теперь, ну что, чемодан. Что я уже положила? Ну, взяла полотенце пляжное, большое, банное такое. Взяла покрывало. Потому что я думаю, что мы не будем зря тратить деньги там на лежаки. Лучше мы на песочке сами расстелим. Это покрывало большое, 2 на 1,5. И для нас двоих хватит. Но я думаю, она там тоже дочь что-нибудь возьмет. Вот. Обувь. Много обуви что-то получается. Тапочки уже старенькие. Они мне послужили в Турции. Вот, здесь тоже нужны будут, потому что берег, дно моря каменистое, и нужны тапочки, вот, и с задником, чтобы нога не соскальзывала. Старенькие, ну ничего, какая разница. Послужат еще, пусть будут. В принципе, они нужны. Это домашние тапочки новые. 100 лет уже им никак никуда еще не одевала. И вот обычные такие вот тапочки, которые в гостиницах такие вот дают, да, одноразовые. Одел и выбросил потом, не жалко. Вот, на самый низ они пригодятся только потом по приезду. Что еще у меня? Так, нижнее белье, это показывать я не буду вам. Нижнее белье положила. Так, вот здесь вот у меня. Что? Тут у меня все пляжное. Это сумка пляжная. Вот, ажурная. Тут у меня купальник. Сюда вниз. Здесь купальник черный. Так. Буду одевать, не буду, но пускай будет. По крайней мере, один купальник сохнет, другой можно одевать. Это раздельный купальник. Ну, конечно, это закрытый, это раздельный. Вот. Ну, конечно, у меня есть лишний вес, но
все равно хочется раздельные. Так, это Парера, два Парера, одно мое, одно дочерина. Когда мы ездили в Турцию, как-то вот забрала у нее ее Парера. Сейчас вот увезу ей. Так, это все я положила. Так, сумочку сверху закроем. Так. Что? Что у нас? Обувь. Обувь, я думаю, наверное, потом. Вот эти вот балетки, наверное, в них я поеду. Они без каблуков. Удобные, мягкие, разношенные. И еще я думаю, что надо взять босоножки на каблуке, небольшом таком, с платьем, да? Вот. Но это я потом сверху положу. Еще сверху, или нет, или не сверху, это может быть надо самой одеть и так ехать, такую кепочку. Шляпы с полями у меня остались там у дочери, когда мы из Турции возвращались, и я у нее оставила домой везти. Ну, они такие с полями, их неудобно. Вот, взяла эту кепочку. Здесь вот есть штырек. Видно вам? Вот. Штырек. Сюда я прикручу камеру. Так, одену камеру. Одену. И пойду по улице. Представляете? Не надо будет в руке ее держать. Она у меня тут будет стоять. Вот. Да, это, наверное, не надо ложить в этот, в чемодан. Что я взяла? Вот я взяла еще две таких пластиковые емкости. Они для пищевых продуктов. Вот я в них уже что-то упаковала. Сейчас посмотрим, что у меня здесь взяла я. Так. Здесь у меня соль. Такую маленькую коробочку. На первое время хотя бы. Кстати, мы будем отдыхать на вилле с собственной кухней. Так, это шоколад. Ой, старалась. Шоколад. Лента 10 штук. Вот. И мы едем с собственным питанием. Так, сейчас я все назад положу. Так, 10 штук шоколада. Есть. Так. И в этой кружечке. Здесь у меня тоже лента. 10 штук. Кофе с молоком. Тоже на первое время. Да что на первое время? 10 шоколада, 10 кофе. Я думаю, нам на 10 дней хватит. По крайней мере, не надо будет это покупать. Сами на кухне себе заварим. Кстати, я к этому-то и взяла еще вот кипятильник. Много места не занимает, не тяжелый. Потому что неизвестно, сколько будет народу там на кухне, всем ли хватит посуды, тех же чайников. А то взял и сам себе вскипятил. Ну, как бы пусть будет. Нужно свое иметь, я так вот считаю. Вот. А эти посудины, ну, они нам пригодятся, поскольку мы сами готовим. Мы что-то, вот то, что мы приготовили, можем сюда положить и взять с собой на экскурсию или на пляж, чтобы там тоже где-то, ну, перекусить. Так что нам эти посудинки пригодятся. Еще я взяла несколько сумок. Вот такие вот сумочки. Посмотрим, что в них, какое содержимое.
вот в этой большой сумке она хорошо раскрывается, в ней удобно лазать, выбирать то, что нужно. Что у меня здесь? Тут у меня все для косметики. Ватные диски, ватные палочки, круглая расческа, расческа обычная, зубная паста для чувствительных зубов уже мне нужна, вот. Жидкость для снятия лака. Так, сейчас пока здесь временно положу. Так, это самое, пилочки для ногтей, это апельсиновая палочка, так, зубная паста, крем для ног от усталости, губная помада и тональный крем. Так, ножнички маленькие, маникюрные. Так, на всякий случай взяла эти самые станки безопасные женские. Так, тоже влажные салфетки. Три карандаша. Черный, белый и коричневый. И тушь. Вот, и эти самые пластины от комаров. Все-таки лето, мало ли налетят в комнату, да? Нужно защищаться. Все, здесь ничего нету, это назад все складываю. Так, ну, я думаю, если что-то я из косметики рук забуду, я думаю, у дочери будет. Возьму у нее, ничего страшного. Вот такая объемная. Сюда хорошо залазить. Все. Ну, если что-то вспомню, что-то надо будет. Здесь нету ничего в кармашке. Если что-то надо будет, то доложу. Пока этот косметика у меня готова. Дальше. Что у меня здесь? Ага. Здесь у меня шампунь и бальзам Шаума. Здесь у меня спрей от комаров. Здесь у меня набор швейный на всякий случай. Может и не пригодится. Ну, естественно, прокладки. Это вот сам аппарат, куда пластины от комаров вставлять. Вот. И взяла все вот эти принадлежности. Одноразовые вилочки и ложечки. И нож. Вот. Нужно иметь свое. Может, там и будет. Вот. Взяла пакетики на всякий случай. Я не знаю. Может пригодятся, может нет. Но оно ничего не весит. Еще взяла рулон скотча. Это когда я буду ехать назад, чтобы я могла упаковать и сама обвязать скотчем. В аэропортах этот скотч стоит в десятки раз дороже, чем если вот я из дома возьму или тут даже куплю. Я однажды покупала в Домодедово. Я вообще чокнулась. Так дорого. Так что пусть будет свое. Так, все возвращаю назад. Что я тут могла забыть? Не знаю. Я же говорю, я несколько дней понемножку складываю, складываю. Вспомню, положу. Вспомню, положу. Вот. Это, считай, хозяйственная принадлежность. Так. Я посмотрю сейчас, как это упаковать. Так, аптечка. В любом случае аптечка нужна.
Я взяла все желудочные средства, которые мне нужны будут на всякий случай. Амес, панкреатин, уголь активированный. Вот. Ну, панкреатина побольше. Так, фестал взяла. Так, фуразолидон. Я не буду называть, что от чего, да? Я думаю, вы и так все знаете. Финистил гель. Вдруг покусает. А покусает точно. Так, йод. Бинтик. Кагацел. Так, эти самые... Как называют? Лейкопластырь. Маленькие эти самые. Вдруг где ногу натру или еще что. Так, парацетамол. И это молочко после солнца и крем солнцезащитный. Вот. Это все у меня, считай, лекарства. Так. Вроде самое необходимое так взяла. От простуды, от желудка, от аллергии. А, от аллергии у меня здесь. Так, вот. Ага, сейчас вот это еще самое. Что, раз мы в отпуск едем, нужны всякие гаджеты, все такое. Все эти провода от сотового телефона, от фотоаппарата, от планшета. Все нужно. Так, это переходник, ну, вернее, тройник. Я не знаю, сколько розеток будет в номере, может, одна. А мне нужно вот все это подключить. Вот я взяла на 3 штучки. Так, это вдруг я у моря захочу там волну сфотографировать. Сюда поставлю камеру в бокс. И капли будут попадать, но не замочат сам аппарат. Так, ну паспорт на всякий случай. Тут описание Wi-Fi, и я все время забываю, как Wi-Fi включать. Так, это вторая батарея, это зарядник. Вот, ставить и заряжать. Беру на всякий случай еще вот такой фотоаппарат, обычный, Nikon. Так, беру декодер на всякий случай. Карту памяти сюда вставляешь, подключаешь к планшету и смотришь. Ну, вдруг там с Wi-Fi не разберусь. Так, на всякий случай беру флешки. Так, тут 32 гигабайта, а это что? 12 гигабайт, что ли? Ну, пусть будет. Повербанк. Так, это монопод, сюда прикручиваешь камеру и снимаешь себя. Вот, еще здесь есть такой пульт управления. Нажимаешь, как, одеваешь как часы, и здесь нажимаешь кнопки видео, фотоаппарат, включить, выключить. Вот. Может, и не буду пользоваться, но пусть будет. Это все я ложу в одно место. И надо положить это все в самый-самый верх. Потому что раз здесь все провода, то, ну, при прохождении контроля в аэропорту могут заинтересоваться, да, что это такое, и попросят вскрыть
чемодан и показать им все эти провода. Поэтому эта коробка у меня должна лежать сверху. Быстро вытащить и быстро показать. Такая из-под обуви обычная коробка, но она твердая, плотная. Вот, вроде бы как все. Вот так вот здесь сверху. Надо еще думать, как это все уложить-то. Так. Нет, не так, не так, не так. Вот так, скорее всего. И потом же еще мне надо взвесить. Так. Ну, как бы я все положила, да? Я все учла. У меня сверху получается еще много места. Вот еще вот на этот вот, сколько тут сантиметров. Вот сюда еще можно положить одежду. Ну, одежда летняя, так что сюда много что поместится. Тут у меня пусто. Тут у меня что? Ага, тут у меня лежит упаковка туалетной бумаги еще с прошлого года. Она должна быть всегда в запасе, всякое может быть, должно быть. Вот. Кстати, я тут вот, видите, пометила, вдруг чего. У меня тут будет бантик, чтобы я могла быстренько обнаружить свой чемодан в общей массе. Вот. Так, одежду я вам показывать не буду, потому что я в ней буду сниматься уже там по месту. Вот, и чтобы вам это не было все одно и то же, как бы, да. Вот. Так что одежду потом. Главное, что для нее место есть. Если что, у меня есть вакуумные пакеты. Такие вот вакуумные пакеты. Я уже в каких-то обзорах показывала, что вот я закупила. В пакет можно сложить какие-то вещи, выгнать воздух, скрутить вот так, скрутить, скрутить, скрутить. Воздух выйдет и положить. Объем одежды уменьшится в несколько раз. Вот. У дочери есть маленький утюжок такой дорожный. Так что не страшно, что если где-то что-то и помнется. Вот. Хотя я знаю, что учат, как правильно упаковывать, там скручивать. Надо вещи скручивать, они тогда не мнутся. Но у нас есть дорожный утюжок, так что для нас это не страшно. Вот. Я говорю, место для одежды есть. Вот. Я уже ее собрала. Я уже знаю, в принципе, что возьму. Ну, в принципе, может быть, я еще что-то докуплю, что-то заменю. Это ж такое дело. Сегодня одно хочешь, завтра другое. Над этим я подумаю. Вот так. Что еще? Вроде все. Ну, вот я говорю, и я не решила насчет этих очков все-таки. Давайте еще раз посмотрим. Так, диоптрии это у меня будет однозначно. Они у меня уже лежат. Вот эти. Идут? Нет. Вот вторые. Или они все одинаковые? Вообще другие формы мне вообще никакие не идут. Да эти более-менее. Ну вот. Что скажете? И, в общем, над очками я еще подумаю, потому тем более очки это уже в ручную кладь пойдут, это не в чемодан. Поэтому еще подумаю над ними. Теперь что? Надо взвесить чемодан. Давайте его хотя бы предварительно. Сколько он будет весить еще без одежды, да? Чтобы знать. Сейчас закроем.
Чтобы. Где у меня тут? Вот так. Тоже чемодан хороший. Крепкий, уже несколько лет у меня. Но, правда, я его всегда упаковываю. И поэтому, может быть, он у меня в сохранности. У меня есть безмен. Так, тут на сколько? На 25 килограмм. Предельный вес 25 килограмм. Если он опустится, вот эта шкала, донизу, значит 25 килограмм. Сейчас посмотрим. Нет. Вот посюда. Вот посюда. Так, где-то 13 килограмм. Еще раз проверим. Да. Вот место еще есть, видите? Много чего. И сюда еще, вот в этот кармашек можно положить. И здесь одежда поместится. Так что у меня все нормально. Я думаю, что я войду в обозначенные цифры. И все будет окей. Вот так. Все. Пока-пока.